В населенных пунктах республики продолжаются работы по восстановлению объектов инфраструктуры, поврежденных во время боевых действий. На днях очередную партию стройматериалов по линии Центра управления восстановления ДНР доставили в Харциск. В Центральной городской больнице уже приступили к кровельным работам. Во время тех боевых действий, которые были бомбежки, которым подвергся город Харциск, частично были повреждены помещения Центральной городской больницы. В частности, 4-й корпус, 2-й корпус, где вылетели стекла, практически затянуты были пленки. Мы частично восстановили за счет своих средств и возможностей в Зугрессе. Вот на сегодняшний день через центр восстановления, который находится, значит, в Донецке, у нас появилась возможность ремонта кровли на 2-м корпусе, шиферная кровля, на плоская крыша на 4-м корпусе, которая у нас протекала уже на протяжении нескольких лет, и других объектов. После масштабных разрушений, вызванных артобстрелами в Донецке, Горловке, Дебальцево и других прифронтовых городах, в Харциске уже и не рассчитывали на помощь из центра. Не надеялись ни на что, пытались своими силами как-то устранить эти протечки. На сегодняшний день у нас появилась реальная помощь. Ремонт кровли больничных корпусов планируют закончить в ближайшие 2 недели.